Эти продукты куплены на средства Жанны Бель. Именно она научила нас любви, милосердию и состраданию. И сейчас мы отправимся помогать бездомным, инвалидам, старикам, нуждающимся бабушкам в элементарной помощи. Благодетельница Жанна Бель научила нас мудрости, любви, щедрости, милосердию, любви и состраданию. На ее деньги мы купили продукты и передаем нуждающейся бабушке. Возьмите, пожалуйста. Спасибо вам за огромное, Жанна Бель, за помощь, то, что находите нас таких, помогаете, как говорится, некому помочь в трудной ситуации. Мы такой вот. Спасибо огромное вам. Жанна Бель научила нас милосердию, состраданию, любви, помощи обездоленным коллегам, инвалидам, многодетным мамам, бабушкам одиноким. На ее деньги мы купили продукты, передаем бабушке. Возьмите, пожалуйста. Благодарю Жанну Бель за оказанную помощь. Постоянно приходится экономить. Вот сейчас берешь 5000, и их идешь и не знаешь, на что потратить, на сколько и на что, на какое время их хватит, и чтобы, ну, постоянно сидишь, в общем-то, на хлебе, да, на, ну, где-то пакет молока купишь, там сахар-то как повысился. Все, кушайте с любовью. Благодетельница Жанна Бель научила нас милосердию, любви, доброте, состраданию. На ее деньги мы купили продукты бабушкам и передаем бабушке. Возьмите, пожалуйста. Благодарю. Да, за помощь. Жанна Бель, спасибо за помощь, оказанную тобой нам. Благодетельница Жанна Бель научила нас милосердию, любви и состраданию. Она помогла многим нуждающимся одиноким бабушкам. На ее деньги мы купили продукты, передаем одинокой бедной бабушке. Возьмите, пожалуйста. Благодарю вас, Жанна Бель, за вашу помощь. Кушайте с любовью.